Новая детская поликлиника в Южном – один из важнейших строящихся объектов региона. Ввод в эксплуатацию данного учреждения позволит снять массу вопросов, в том числе поможет решить задачу повышения доступности и улучшения качества медицинского обслуживания детей, которую поставил президент России. Дело в том, что ныне действующая поликлиника уже давно не отвечает требованиям ни по количеству обслуживаемого детского населения, ни по комплексу услуг. В настоящее время на объекте запущено теплоснабжение, отапливаются все этажи, включая подвальный. А недавно там завершили установку оконных и блоков и кровельные работы. В ходе осмотра объекта Игорь Руденя пообщался со строителями, которые рассказали о ходе работ. Это вот напольная плитка. Если это показано по ходам, плитка, это значит первый этаж, второй, третий. Глава региона отметил, что при выборе материалов необходимо советоваться с теми, кому предстоит здесь принимать маленьких пациентов. Вот сделайте, как правильно, для детей. Да. Также губернатор еще раз обратил внимание строителей на неукоснительное соблюдение технологии выполнения каждого вида работ. В частности, предстоящие штукатурные работы внутри здания должны быть начаты только после равномерного прогрева помещений и достижения оптимального температурного режима. Глава региона поручил обеспечить постоянный контроль за ходом работ. Юрий Бумбур, ТВ Тверь.